Можно пробовать в этих банкоматах? Сейчас, где-то бумажка с кодом у меня тут. Нет. Какая телефонная трубка. Или что это, телефон? Так что мне делать-то теперь? Значит, в Battery Park мы едем. Battery Park. О, Анька. Надеюсь, она меня не пошлет в жопу. We had such hopes for you and your brother. It would seem you are not as loyal as we expected. Loyalty to what Simons and agents like you have made of UNATCO? I would rather die. We are thinking the same thought. Well, well, this will be easy. Так, а где у меня баллистическая защита? Она мне уже вон сколько сняла. Вот это да. Защитный костюм. Чё, куда я просрал баллистическую защиту? У меня же была. Ладно. Надеюсь, это отключит ее. Такие звуки издает, честное слово. Как будто порно снимается. Вот так вот. А, моя нога! Господи, ее сейчас разнесло в жопу. Я не думал, что они так подыхают. О, посмотрите на мою правую ногу. О, я сейчас только что чуть не то самое. Не откинул копыта. Не двинул в мир иной. Ладно, левая. Хотя хрен с ним, пусть. Ну ладно, пусть будет одна нога не полечена. Ну как ее разнесло-то? Прям на... даже не знаю, как это называть. На микропыль, что ли? Или в нее вселилась черная дыра, и она попала в нее нечаянно. Опять фильм Джона Ву начался. И ты тоже. Another peacekeeping occupation? Not any better. They expect us to take you alive. Paul is already dead. Here comes your chance to be a hero. Good. Вы это видели? Видимо, он неубиваемый. И мой инвентарь полностью отобрали. Ну да, логично, если садишь в тюрьму, то тебя отбирают, все. Мне нужно, чтобы ты убежал. Я могу отключить питание двери всего лишь на несколько секунд. Приготовься. Цель получена. Соверши побег с базы Majestic 12. Ну, я готов. Так. Конечно, меня даже убить нечем. Так, дубинка. Электрошокер. Отлично. Теперь я могу всех покромсать. Это куб. Неудачная попытка отражения лопнеп, но я бла-бла-бла-бла-бла. Наполнил остальные системы код двери, двери тюремного блока изменяется на 4089, в то время как коды всех камер изменяются на 4679. Hey, stop right there. Неа, не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь, не поймаешь. Его в него только что стреляли камеры. Интересно, где я сохранялся? А, отлично.
Бла-бла-бла. А, она надела... А, в любом случае они меня убивают. То есть садят в тюрьму. I came to watch you die. You're early. I've got at least 20 hours left. I was hoping the kill switch would have started. I don't feel anything. You won't be able to hide it for long. What have you done with Paul? Same as anything that malfunctions. Same as you. Хм, вот как развивать сюжет, если по-другому что-то получается. Ну, Дедал, давай, звони уже. Не хочу смывать унитазы. Кстати, унитазы одной марки. Наверное, это компания, которая производит такие унитазы, захватила мир. Наверное, она называется как-нибудь Бермудский треугольник. И когда ты садишься на такой унитаз, тебя засасывает туда. Вот мне всегда не нравилось, что в играх отражение и реальность не совпадает. Вот сейчас я вроде как лицо должно было быть выше, но оказалось в другом месте. Ладно, пусть Навары будет жива, а я возьму дубинку и буду херачить ящики. Он бы еще дольше переключался на электрошокер, было бы вообще шикарно. Ну же, падай. Пистолет и нож. Отнесем его в мою комнатку. Мою бывшую комнатку. Пожалуйста, сохранимся. Чего? Код двери тюремного блока, а в то время как и всех камер изменяется на 4679. Давайте, чуваки. А, стоять. Нет, ничего нету. PS20 и две отмычки, клево. Еще раз. Блин, все время код забываю. 4. А, то есть можно даже не вводить во второй раз. Соевая, да? Соевая, да? Железный ящик, видимо, он для чего-то нужен. Ну чё, пойдёшь со мной? You're the spy they caught, right? I never worked for the NSF, but my brother did. I think he was captured too. I heard a guard say that you're the only one who lived. Are you sure? I don't know what to say. It can't be. Let's get out of here. I smuggled in a knife and a medkit too. You want the medkit? Yeah, I'll take the medkit. What do you say? I think we can make it. Пойдем. Sure, come on. Lead the way. I got you covered. Ты гроешь меня, да тебя убьют сейчас. Боевой нож чем отличается от простого ножа? Ничем, потому что простой нож куда-то исчез. You lead. Следуй план здания. Вся твоя экипировка была помещена в оружейной на юге. Тело Пола Дентона находится в лаборатории на севере. Направляйся к Полу Дентону и извлеки модуль данных всего тела. Третий ретонгу понадобится его данные, чтобы включить механизм самоуничтожения. Так, и вот тут была 409.
Если ты отойдешь с моего пути, то было бы вообще шикарно. Let's go. Отойди с моего пути! Да ты что твой... Господи, как я ненавижу тупой искусственный интеллект, который надо водить с собой за ручку. Ломимся от маячка. Ох ты, блин. Так. Я не вижу тюрьмы. А, вот я здесь. Значит, я был здесь. И теперь я... Нет, стоять. You lead. Ага, Command Center. Ну да, значит, вот я здесь. Так, тут у нас робот. Это идет на главный уровень. А на так, это был главный уровень. Так, а где у нас лаборатория? Вот здесь. То есть мне надо сейчас вот так вот оббежать и топать сюда. А, или сюда. Вот сюда, наверное, надо. You lead. Я веду. Ну хорошо, я веду. Так и быть.